Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Сканируем партнера». Мы посмотрим его мысли, чувства, намерения и действия по отношению к вам. У нас будет три позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно время, можно поставить на паузу, выбрать свою колоду, свою позицию. И давайте, начиная с первой позиции, мы будем смотреть, будем сканировать вашего партнера, вашего загаданного человека. Итак, первая позиция. Давайте посмотрим мысли. Что же думает человек о вас, о ваших взаимоотношениях? Вы знаете, здесь для того, чтобы двигаться дальше вперед, нужно побороться. Во-первых, скорее всего, отношения здесь не свободные. Пентакливая королева – это символ того, что либо вы замужем, и ему придется побороться со своим соперником, либо же у него есть другая претендентка на руку и сердце, а, возможно, даже законная супруга, потому что королева Пентакли – это либо законная супруга, либо постоянная спутница. И здесь, в принципе-то, он хочет развивать с вами отношения, хочет продолжать, но в таком формате, что здесь без борьбы не обойтись. Здесь есть влияние третьих лиц. А чувствует что? Давайте посмотрим. Совершенно четко понимает, что вы не просто так в его жизнь пришли, вы ему по судьбе. И вы знаете, здесь на самом деле его чувства, они такую очень важную, очень значимую роль для него играют, потому что, с одной стороны, он с вами успокаивается, ему с вами комфортно, вот знаете, как под теплым пуховым одеялом, как у мамы под крылышком, настолько ему хорошо, настолько ему спокойно. С другой стороны, он до конца не может понять, что же это за чувство. Вы его маните, вы его притягиваете, он вас хочет, да, он вас желает как женщину, он тоскует по вам, когда вас нет рядом, но он не может дать четкую характеристику тому, что он по отношению к вам испытывает. И здесь во многом причина того, что он не может охарактеризовать, описать свои чувства, в том, что отношения не свободные, да, вот эта пентакливая королева, это либо ваша роль в других отношениях, либо то, что у него есть другая претендентка на, собственно, серьезные отношения, на создание серьезных, или они уже имеются. Но здесь он четко понимает, что вы прям, знаете, вы не просто так появились в его жизни, вы должны его чему-то научить. На сегодняшний день вы очень значимы для него. Вот карта «Мир» – это символ того, что вы для него вся вселенная, и он вас идеализирует. Он видит вас гораздо лучше, чем вы есть на самом деле. И нужно отметить, ему очень нравится то, что между вами происходит. Именно поэтому он готов бороться, сражаться. Именно поэтому отношения с вами он хочет развивать, продолжать. И при всех вот этих вот трудностях, да, при всем стечении обстоятельств, как бы сложно ни было, он все равно готов бороться и готов продолжать развивать то, что между вами есть. А намерения какие? Что он будет? Что в намерениях у него? Вы знаете, как ни странно, намерение у него отдалиться. Опять же, он понимает, что от его планов, от его действий будет зависеть очень многое. Отшельник, карта смерть – это карты, которые символизируют трансформацию вашего общения. Здесь, скорее всего, он куда-то уезжает, либо вы уезжаете куда-то, но он планирует поддерживать отношения на расстоянии. Здесь он понимает, что вот тот статус пентакливой королевы, да, то есть если вы в других отношениях, он рушить их не собирается. Если он в других отношениях, соответственно, тоже ничего менять в своей жизни он не собирается, и он сейчас планирует немножечко отойти в сторону, и отношения ваши приобретут другой формат, здесь будет между вами своеобразная такая дистанция.
Взаимодействие между вами будет преимущественно на расстоянии. А почему? Давайте посмотрим. Ну, с одной стороны, да, здесь понятно, что кто-то уезжает. Ему очень жаль, что приходится отдаляться. Здесь, во-первых, ему нужно разобраться окончательно со своими чувствами. Плюс он понимает, что нужны перемены. Да, вот так, как есть между вами, здесь продолжаться не может дальше. Нужно что-то менять. И ему нужно разобраться со своими чувствами, мыслями. Если у него есть соперник, он понимает, что вы от этого соперника никуда не денетесь. И все, что между вами происходит, требует другого формата. Да, он не хочет прекращать общение полностью, он хочет с вами взаимодействовать, но здесь это взаимодействие будет преимущественно на расстоянии и в другом формате, где каждый сам по себе. Да, вы в своих отношениях, он в своих. Карта Иерофант. Ну, здесь карта законного брака. И он, знаете, он будет стараться все-таки поддерживать с вами общение, но вот тот законный брак, который актуален, да, то есть если вы замужем, то он ставит ваше замужество во главу угла. Если он женат, либо собирается жениться, то это тоже для него вот именно важный приоритетный вопрос. Вместе, как пара, я вас не вижу. Вы не будете, во всяком случае, он не планирует вас как пару. Но и взаимодействие с вами он прекращать не собирается. Здесь все равно будет между вами общение, но, повторюсь, преимущественно на расстоянии. И таким образом, что вы парой не являетесь. Вы просто там коллеги, друзья, партнеры. Но, тем не менее, здесь нужно отметить, что вы на сегодняшний день очень важны и значимы для него. С вами он приходит к спокойствию, с вами он приходит к некой гармонии. Вы ему... Почему вы для него так значимы? Давайте посмотрим. Вы его счастливый шанс. Вот благодаря вам он может принимать какие-то важные решения. Он видит, он чувствует вашу поддержку. Он понимает, что те эмоции, те чувства, которые вы ему даете, то, чем вы его наполняете, позволяет ему быть настоящим победителем и двигаться вперед к тем целям, которые он себе наметил. Поэтому общение здесь будет продолжаться, но не в формате пары. Здесь вот именно как те стабильные отношения, которые есть на сегодняшний день, они останутся, да, в приоритете, но взаимодействие с вами сохранить он хочет обязательно. Благодарю единички, буду рада обратной связи от вас. Пожалуйста, пишите, как отыгрывается у кого. Итак, идем ко второй позиции. Сканируем партнера, его мысли о вас. Ой, а здесь какая-то пауза, либо, может быть, кто-то у кого-то в блоке, здесь нет совершенно возможности как-то взаимодействовать. Здесь, знаете, человек за вами наблюдает, собирает о вас какую-то информацию, но действовать пока не решается. Причем, вы знаете, здесь не то, что он не имеет возможности действовать, он даже не имеет желания искать эту возможность, он просто пока в режиме наблюдения, он просто пока в режиме вот именно паузы. Возможно, между вами была какая-то либо ссора, либо такие события, после которых нужно вот просто отдохнуть, набраться сил, прийти в себя. И вот он сейчас как раз-таки приходит в себя. Действовать он не будет. Он думает о том, чтобы пока наблюдать, вот именно собирать информацию, но он скован. Он скован в своих действиях. Ему можно найти выход из ситуации, но пока как-то не особо хочет, не особо готов. А чувство что? Страсть, влюбленность. Но он от них закрывается. Потому что он, знаете, он как-то вот даже не понимает, к чему это может привести. А почему не понимает, что здесь, что причиной является? Здесь можно дать волю чувствам, потому что эмоции есть и притяжение, и романтика, и страсть. А почему не будет действовать и не дает волю чувствам? У многих отыграется расстояние,
У многих отыграется дистанция, а у кого-то вот именно, как я сказала, ссора, скандал, и посмотрите, королева мечей. То ли он вас настолько рассердил, да, и видит вас холодной, у него такое ощущение, что вот я приду, и она меня порубит на кусочки. У кого-то здесь может быть соперница, королева мечей. У кого-то здесь проблема в том, что есть другая женщина, и он, возможно, ей отдал предпочтение, либо пошел у нее на поводу, и теперь не знает, что он может вам предложить вообще, с чем он может к вам прийти, раз уж так он себя повел. Но здесь такое ощущение, что действительно боль была причинена, было сложно, было больно, и у кого-то даже, возможно, все закончилось. И как теперь проявиться? Человек не знает. У кого-то, повторюсь, даже могут блоки отыгрываться. В блоке, да, заблокированы, никак не выйти на связь. А что в намерениях у него? Вы знаете, очень надеется на то, что вы все-таки будете взаимодействовать. Ждет того, что либо вы выйдете на связь, либо же посредством какой-то совместной деятельности, вот через вот эту совместную деятельность, между вами начнется взаимодействие. Может быть, через друзей, может быть, через общих знакомых. Но нужно сказать, что здесь намерение на другую барышню он со счетов не сбрасывает. Он никуда абсолютно не девается от этой мечовой королевы. Здесь те, у кого есть соперница, она серьезно так заняла свой пост, и она там активничает, и его вроде все устраивает. Другое дело, что он считает, что та основа, которая есть между вами, она нерушима. То есть, либо вы там дорогие друзья, да, либо вы настолько близкие люди, когда вам просто, ну, не оторваться друг от друга. И он надеется, что какие-то совместные дела, какое-то взаимодействие по различным рода вопросам, оно вас сблизит, оно вас воссоединит и не позволит потеряться. Но самому ему проявляться не вариант, потому что он, судя по всему, вас настолько разозлил, что рискует получить по голове. Он боится, видимо. А что делать будет? Ой, манипуляция информацией вообще. Здесь вот ждет какой-то возможности с вами покоммуницировать, ждет удачного момента. Он вообще не спешит, он никуда не торопится, он будет выжидать, он будет наблюдать той возможности, когда ему можно будет с вами повзаимодействовать. Либо, повторюсь, посредством какого-то общего дела, либо, может быть, вы выйдете на связь, он прям ждет, наблюдает. Но все, что он вам будет говорить, прям делите пополам. Вот вы ему черное-черное-черное, он вам нет белое-белое-белое. Будет стараться одержать победу любой ценой. Будет стараться, знаете, вот вернуть любовь, вернуть доверие. У кого-то здесь соперница никуда не денется. Здесь фонит другая мадам, которая вдохновляет. И, вы знаете, нужно сказать, что такой он хитрец. Такой он хитрец, потому что хочет быть императором, хочет занимать такую вот, знаете, вот позицию победителя, но таким образом, чтобы не он пришел, а чтобы к нему пришли, чтобы сделали этот шаг. Он с удовольствием с вами готов возобновить общение, отношения, но не таким образом, что я пришел, меня прости, а он будет извиваться, как уш на сковородке, только чтобы выставить себя правым, когда ему удобно, он будет дурачка прям включать, когда ему удобно, он будет играть в несознанку, будет подключать третьих лиц, четвертых, пятых, но чтобы вот он весь был такой, знаете, важный, бумажный. Чего хочет-то от вас? Любви, понятно, чего хочет. Вы знаете, он хочет с вами союза, однозначно хочет с вами союза, но здесь такая позиция, когда вот мне нужен вот идеальный баланс мужской и женской энергии. Я мужчина, я готов быть резким, грубым, серьезным, важным, а ты женщина, ты мне подчиняйся, пойди мне на уступки. Ты должна мне уступить, ты должна мне сделать шаг навстречу. Я не признаю то, что я виноват, он не из тех, кто признает свою вину, он будет извиваться, он будет изощряться всячески, но только чтобы он остался правым, не признает он свою вину.
благодарю вас, двоечки. Буду рада и благодарна за обратную связь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у кого отыгрывается. Мы идем к третьей позиции. Сканируем партнера. Его мысли о вас. Его мысли. Кому-то предстоит дорога, кто-то собирается в путь. Кто-то не хочет терять автономность, самодостаточность. Но здесь он думает о любви. Здесь он на чувства с вами настроен. Единственное, что он пока к серьезности какой-то не готов. Вот он не хочет абсолютно никакой ответственности. Ему нужно, чтобы вот он пока сохранял автономность. Да? Чувства от вас хочет, эмоции от вас хочет, взаимодействие хочет. Но таким образом, чтобы ваши отношения пока на новый виток, на новый уровень не выходили. А что в чувствах? Ревность, ревнует, скучает. Здесь такое ощущение, что, правда, вы на дистанции, на расстоянии, человек очень скучает, но нужно сказать, что он не особо романтик. Это думает он о чувствах, стремится он к чувствам. На самом деле он больше вот такой прагматик. Ему выгоден и удобен союз с вами, ему выгодно, удобно с вами взаимодействовать, потому что он прекрасно понимает, что вы с ним друг друга понимаете. Вы с ним друг друга очень дополняете. И без вас, да, ему некомфортно, он ревнует и скучает, но здесь в основу всего ложится того, что вот я такой прагматик. Я очень самодостаточный. Я знаю, как мне заполнить вот эти вот пробелы, когда мне тебя не хватает. Я не готов пока выходить на новый уровень, потому что у меня то ли обязательства есть. У кого-то здесь кредиты, у кого-то работа, у кого-то там командировки. Но я понимаю, что мы друг другу нужны. Мы друг другу можем, умеем и считаем нужным дать, что нам необходимо. Да, я дополняю тебя, ты меня дополняешь. А что в намерениях? Неопределенность. Неопределенность. Вы знаете, у многих тоже отыграется, что отношения не свободны. Идет карта Пентаклевой королевы. Еще и жезловый король. Вы знаете, он планирует действовать в вашу сторону, но стабильности он вам не даст. Либо же вы чужая жена, чужая женщина, либо у него другая претендентка на эту роль есть, на роль его жены, на роль его спутницы. Но серьезных отношений он с вами не планирует. Здесь только вот именно такие неопределенные, тайные. А что делать будет? Вы знаете, он как будто вам покровительствует. Он вас направляет туда, куда ему нужно. И будут здесь перемены тогда, когда ему нужно. Но дело в том, что в настоящее время он не может дать вот этих перемен. Он не может дать вам стабильность, серьезность. Такой товарищ, я бы сказала, он очень дорожит своей свободой. Он очень дорожит личными границами, и к серьезности в отношении вас, к сожалению или к счастью, он не готов. По той причине, что, как я уже сказала, здесь есть другие серьезные отношения, либо у вас, либо у него. А как вообще, что у него в сердце-то к вам? Да, ревнует, да, скучает, да, понимает, что в сердце? Но вы знаете, чувств кому-то другому я не вижу. Здесь действительно вы для него важны, дороги, значимы. Очень интересно. Вы его обидели, что ли, чем-то? Либо же у него... Вы знаете, здесь такое ощущение, что у человека в жизни полная неразбериха. Здесь у него какая-то глобальная трансформация в чувствах происходит. Вот смотрите, сейчас озвучу две ситуации, какая ваша, выбирайте. Первое, это то,
то, что у человека вот все было плохо-плохо, и он встретил вас, и для него с вашим появлением выглянуло солнышко. Но, тем не менее, он несет ответственность за другие отношения, поэтому, собственно, ничего не может вам обещать. Второй момент – это то, что между вами, возможно, какие-то моменты, да, у кого-то это ссора, у кого-то это расстояние, у кого-то это такое состояние, когда у него, ну, грубо говоря, все отмирает, причем отмирает очень резко, под воздействием какого-то удара, какой-то такой резкой новости по отношению к вам, к вашим отношениям. И здесь у него, знаете, вот как будто бы все рухнуло, все разрушилось. Но, тем не менее, вы продолжаете представлять для него огромную значимость, скорее всего, связано с ревностью вот этот, связан с ревностью вот этот удар, но, тем не менее, вы для него важны и значимы, потому что он понимает, что так, как вы его поддерживаете, его никто не поддержит. Здесь сначала, знаете, вот как любимый человек может одним словом и убить, и воскресить. Вот это вот во втором случае ваша ситуация, потому что здесь как-то очень все непросто и двойственно. Да, карта любовников. Возможно, ложь была между вами, но здесь в любом случае есть шанс на продолжение, на восстановление отношений. Как он видит в идеале ваши отношения дальше? Как он видит их? Он сам будет решать, что здесь будет, да, но он понимает, что рано или поздно они закончатся. И повторюсь, это, скорее всего, на почве того, что другие стабильные отношения, они имеют место быть. Благодарю троечек за просмотр. Буду рада обратной связи, буду благодарна за обратную связь. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас отыгрываются общие расклады. Это очень важно, это очень интересно. Благодарю всех за просмотр и до встречи с вами в новых видео.